Дом, куда хочется возвращаться. Сегодня в Серпухове пятеро детей-сирот получили ключи от квартир. Ребятам недавно исполнилось 18. За важным событием следила наша съемочная группа. Волнение, радость и надежда. Пятеро ребят сегодня стали полноправными хозяевами собственного жилья. Квартиры предоставлены в рамках федеральной программы и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Все пожелания в этот день звучали особенно трогательно. Мне очень хотелось бы, чтобы в новых квартирах чуть-чуть позже, но у вас появился веселый детский смех, чтобы в ваших квартирах была только радость, чтобы в ваших квартирах у вас были крепкие семьи. Самое главное, у вас там был покой и уют. К поздравлениям присоединились депутаты Николай Пушкин и Наталья Антошина. Двое ребят будут жить в центральной части Серпухова в квартирах из вторичного фонда. Трое в новостройке в поселке Большевик. Молодежная 19. К новому адресу ребятам только предстоит привыкнуть. Современная девятиэтажка с красивой придомовой территорией и панорамными видами из окон. Вопросы дизайна за ребят отчасти уже решены. В квартирах стильный ремонт. Новоселам остается лишь расставить мебель и наслаждаться личным пространством. Сегодня я был на вручении ключей от новой моей квартиры. Вот она. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Хотел меньше мебели в квартире, чтобы все было аккуратно, можно было дышать, как новая жизнь. Вот здесь повешу телевизор на стену, может быть, не знаю. И диван раскладной, шкаф здесь, и комод. Вот вся мебель, которая нужна. Может, еще компьютерный стол. Ремонт в квартире хороший, я ничего не собираюсь переделывать. Свет очень нравится, твоя гамма хорошо подобрана. Прямо под меня, мне такое нравится. В соседнем подъезде будет жить Марина Колесникова. У девушки в первую очередь в планах уют. Здесь я хочу поставить большую кухню, так как кухня у меня просторная. Тут будет стоять стол, стулья, чтобы было удобно. Я повешу люстру, сделаю красивые шторы. Я очень рада, что администрация предоставила мне такую замечательную квартиру в новостройке. Это большое событие в моей жизни. Приятное удивление и благодарность с ребятами разделяют и их близкие люди. У меня на воспитании 8 детей, и вот у меня уже вышли 6 выпускников, но такую квартиру мы первый раз получили. Государственная программа «Жилище» по предоставлению квартир по договорам спецнайма реализуется с 2013 года. Московская область уделяет большое внимание этому, и практически в день 18-летия дети получают ключи от своих квартир. Очереди, что дети долго ждут получения этих квартир, практически нет. В этом году в городском округе Серпухов 16 детей-сирот получат квартиры, 11 из которых приобретено в новостройке. Из бюджета Московской области на эти цели выделено более 35 миллионов рублей.